Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Настя Плей, с вами, как обычно, Настенка Ей, и это незапланированное видео, потому что я думала, что все то, что я скажу дальше, очевидно, но, как оказалось, нет. Все чаще и чаще в комментариях под видео и в сообщениях в игре я вижу такие вопросы. Настя, куда делись друзья? Настя, почему ты меня удалила? Настя, почему ты удалила всех? И сейчас я отвечу всем, кто задавался подобными вопросами. На данную тему выпустили видео уже многие авакин-блогеры, но у каждого своя аудитория, и каждый должен сам рассказать об этом своим подписчикам. Сценарий к этому ролику я писала в тот день, когда сама узнала обо всем происходящем, но в то время я еще была занята монтажом видео про ситуации из реальной жизни. Думаю, теперь мы можем перейти к теме видео. В Awaken Life вышло обновление, и причем не так давно. Я думаю, прошло максимум недели или две. В это обновление вошло то, чего стоило бояться всем Awaken-блогерам. Или не стоило. Не знаю, но лично я не в восторге. Короче, ввели лимит друзей, и теперь ваш Awaken может иметь не больше 1000 человек в записной книжке. Назовем это так, все равно вы меня поняли. Узнала я об этом совершенно случайно 26 октября, когда сидела на локации с подписчиками, и одна девочка попросила принять ее в друзья. Я нажимаю на ее персонажа, принять запрос, и у меня вылетает вот эта фигня. Я подумала, что у меня выбора нет, и это все равно рано или поздно должно было случиться, и удалила всех, кто не заходил в игру больше одного дня. Кстати, олды вспомнят видео про мою блокировку, когда мне очистили больше 60 тысяч друзей, потому что мы с вами перегружали сервера. Это было где-то в феврале, и я еще тогда говорила о том, что могут ввести лимит. И еще раз повторюсь, я не в восторге от этого нововведения, а свое мнение вы можете высказать в комментариях. На самом деле на этом все, мне просто нужно было вас проинформировать, но так как видео получается ну очень коротким, то я хотела бы сказать вам кое-что еще, потому что удобный случай получается. Я хотела снять для вас очень классную хэллоуинскую трату, снимать я ее хотела 31 числа, но именно в этот день айфоновские сервера полетели и никто не мог зайти на свои аккаунты. Я думала, что это последний день, когда все вещи, которые я хотела купить, есть в магазине, и так и не дождавшись починки серверов, в ночь на 1 число купила все, что мне было нужно. И если на момент монтажа я смогу зайти в игру, то я покажу, что я купила. На этом все. Я надеюсь, что теперь вопросов не будет. И не забывайте писать свое мнение о лимите друзей в комментарии.